нашій студії завітала Олена Троян, голова громадської організації «Трон». Здравствуйте. Чудовий представник породи «Такс Джек» та власниця «Джека» Богданочка. Вітаємо вас. Вітаємо. Богданочка, перше питання в мене до тебе, тому що власниця «Джека» ти у нас, і хотілося б дізнатися, чому твій вибір, коли ти обирала собачку, пав саме на «Таксу»? Они очень дружелюбные и всегда преданы хозяину, защищают его. И до смерти могут даже загрызть кого-нибудь ради хозяина. Олена, теперь питання до вас. О, вже голос свій показує, що він захищає свою господиню. Хотілося б дізнатися про історію створення такої породи, як такса. Можливо, є якісь цікаві легенди, історії? Ну, ми будемо розказувати вместе з Богданою. Скажу тільки начало того, що собака була где-то в 16 веке. Вот. Собака була дуже удобна, виведена була в Германії, в Южній Германії. І як стандарт її затвердився в 17 веке. Ну, основа була такс короткошерстная. Есть их три вида: короткошерстная, длинношерстная и жесткошерстная. Длинношерстная и жесткошерстная выведены были чуть попозже. Это прилив был спаниеля для длинношерстной, и для жесткошерстной был прилив терьеров. А вот Джек у нас представник короткошерстный. Да, короткошерстный, да. Вот, Богданочка, расскажи у нас еще, что у нас по этой интересной породе. Его короткие лапы очень массивные для вырывания нор и длинный хвост, чтобы когда охотник. А как их раньше называли? Барсучьи воины. Ага. Вот эта собака работает по барсуку, по лисе, по барсуку. И вот у них замечательно есть тенденция их голос. Голос им служит для того, чтобы когда они находят добычу в норе, они своим громким голосом оповещают и охотник выкапывает зверя. То есть такса – это даже больше мисливская собака, которая помогает мисливцу. Это универсальная собака. Эта собака – великолепный охранник. Своим голосом, у них очень басистый голос, они великолепно охраняют. Эта собака два в одном. И как охранник, и как охотничья собака. Ми бачимо, що нюх добрий, тому що щось нюхав і щось дуже-дуже просить у своєї господинечки. Богдана може навіть показати, що вміє наш Джек. Він дуже добре піддається дресировці. Не хуже, ніж наші німецькі овчарки. Ага, Богданочка, ну, надаємо тобі слово, покажи, що може наш Джек. Хорошо. Джек, сидіть. Сидіть. Лежать. Лежать. Дай лапу. Голос. Голос. Молодець. Все, садись. Гарний голос у Джека. А також хотілося б дізнатися, ось ми бачимо, що власниця Джека зовсім юна у нас особа. Як він взагалі з дітьми? Чи можна брати таксу у сім'ю, де є маленькі діти? Ну, я так думаю, что вот такие, как Богдана, можно. Угу. И вот, у детей есть цель, собака необычная, обращает внимание. Вот. Конечно, когда маленькие совсем дети, то нежелательно. Угу. Вот. И собаку эту надо брать людям, которые активные, даже гиперактивные, потому что это охотничья собака. У нее очень много энергии. И если она у вас будет сидеть в квартире, она вам выроет ямки, то есть сорвет линолеум. Ага, вот. Тобто в квартире, да, не бажано тримати. Да, нет, они квартирные собаки, но надо просто, я же говорю, надо много с ними гулять. Вот Богдана собака со своей гуляет очень много. Богданочка, от скольки раз ты гуляешь на день с Джеком? Два раза на день, до школы в 6 утра и после экрана. Нормально. И вечером в 8 часов. Ось, взагалі, собака в домі – це, мабуть, сильна самодисципліна. Я бачу, ти рано прокидаєшся і пізно ввечері ти йдеш з ним гуляти. Наскільки тебе дисциплінував Джек? Дуже сильно. Приходилось рано вставати, приходилось все время ухаживати. Коли був щенок, взагалі була морока, все время гриз все, перегризав весь дом. Носки не бросиш. Тапочки перегрыз почти что все, но потом отучили. Все время ругали его, и вот так нормально. Он воспитывается, они воспитываются очень хорошо воспитываются. Угу. Главное их любить и много с ними гулять. А еще до характера собак, и насколько они вперті, або насколько они взагалі піддаються воле господаря? Я думаю, что Богдана расскажет. Дрессировки очень хорошо они, но если их не наказывать вовремя, можно вырастить деспота. Тобто потім же Джек буде керувати Богданою. Для такси должен быть хозяин с характером. Угу. Вот поэтому надо делать выводы. Богдана может еще у нас рассказать, какие у нас есть разновидности такс.
Да. Стандартные таксы растут от 35 сантиметров, средние от 30 до 35 сантиметров и кроличьи от 30 сантиметров. Это совсем маленькие мини-таксы. Да, да, да. Вот. И их предназначение тоже немножко разное. Вот Богдана расскажет тоже нам. Да. Кроличьи, конечно же, охотятся на кроликов. Стандартные обычно на барсука или на лису. А средние, тоже... Не средние, а у нас они, получается, это вот стандартные, это и есть средние. А какие у нас миниатюрные, эти самые, для чего они у нас? Для компании, компанейская собака. Да, они игрушка, просто игрушка. А хотілося б дізнатися щодо догляду за таксою. Є якісь особливості у годуванні, чи, можливо, потребують якогось особливого догляду, вичісування, походів до перукаря, якщо це довга шерсть у такси? Главное, собаку никогда не перекармливать, потому что нагрузка большая идет на позвоночник, у них он очень длинный, может провиснуть позвоночник, и собака будет искалечена, лучше не перекармливать. Кормить, если взрослая собака, где-то от 9 месяцев, 2 раза в день. По уходу, что говорить, раз в месяц купать точно надо, что есть плохой запах от собак, как у всех. Тобто достатньо рази на місяць купання, не потрібно щодня намилювати його. Боже, вас прости, любую собаку щодня нельзя купать, потому что снимается жировая прослоечка, и у них начинает появляться перхоть, начинаются проблемы с кожей, с шерстью и так далее. Поэтому в природе для собаки это, для волков, для лис, это их предки, это неестественно. Поэтому лучше обходиться минимально, только из-за того, что они у нас любят в постельке поспать. Желательно, конечно, держать гигиену. Расчесывать, что длинношерстных. Жесткошерстные таксы, они чем удобны, они не линяют, их выщипывают. Так же, как терьера, потому что терьеры, шнауцеры, это те собаки, которые искусственно убирается шерсть. Вот так и в таксе жесткошерстная. А остальные там особо перукарня, как вы говорите, к парикмахеру ходить, это тоже не обязательно. Это только если выставочный вариант, там можно чуть-чуть почистить перышки. А так, и еще, Богдана, какие у нас есть окрасы? Окрас бывает однотонный, двухтонный и трехцветный. Навіть три кольори є. А ось я думаю, зараз для людей, які хочуть придбати таксу, але у них є певна алергія на шерсть тварин. Наскільки гіпоалергенна ця порода? Все относительно. Она менее аллергична для людей. Почему? Потому что у них не так развит сильно подшерсток. У них более жесткая шерсть. Понимаете? То есть из-за того, что у них такая прилегающая шерсть и жесткая шерсть. Длинношерстные таксы, у них шерсть очень мягкая, шелковая, тоже нет такой пухлявости. А жестики, я вам говорила, что они не линяют, их надо выщипывать. Богданочка, я думаю, що наостанок хочеться почути від тебе слова до наших телеглядачів звернення, чому варто обирати саме таксу? Всегда беріть лучше таксу, на моє мнение, тому що вони дружелюбні, компанійські і завжди готові захистити. Дякую вам. Нагадую, що до нашої студії завітала Олена Троян, голова громадської організації «Трон», Богданочка, власниця чудової такси «Джек».